the game. Давайте, друзья, пятерочку, было бы замечательно. Okay. Чемпион мира, друзья. Let's get it. В вашу честь играем партию чемпиона мира. Oh, he's gonna play the Alapin. Максимальная концентрация, прям Алапин. He can play, still play the Alapin. Надо достойно провести эту партию. Да, тут такой есть, oh, не знаю, насколько он... That probably wasn't на самом that clever. Деле, не все так ясно. Так, ферзь c6, поле d3, потому что слабоватая. Сюда. Ладно, d4 сыграем. Так, слон f4. This is tense. У нас поддержка, донат, большое спасибо. Давайте, друзья, так как-то. Really, так. Really tense. Стоим хорошо с чемпионом мира, мне кажется. Но but my position is lost. Слон сюда. That is a bit unfortunate. Да, просто подавляющая позиция, судя по всему. Так, I've done 8. That before. Давайте конь d8, как-то конь b7. Так, сюда. Большое спасибо за поддержку, прочитаю после партии. Так, сюда. Конь d6. Конь сюда. Let's get e3. Так, сюда. Давайте съел. Ugh. Так, отошел. No tricks. Так, позиция выиграна, друзья, позиция выиграна. А, no. Oh, I was gonna go king g6. Фукшу честь, дорогие друзья, победа на чемпиона мира. Обалдеть, мы победили чемпиона мира, друзья. Вашу честь, сочно. Так, у нас была поддержка от спонсора. Обязательно сейчас прочитаю. Победили чемпиона мира. Ваша честь, дорогие друзья. Мы сделали наконец-то это на стриме. Очень-очень приятно. Посвящаю эту победу друзьям. То есть вам.